Привет всем, кто заглянул на это видео. Здесь я показываю мой новый жилет, сшитый из накидки, которая когда-то была шарфом, стопроцентная шерсть, то есть уже третья жизнь. Но прежде я этот шерстяной шар превратила в вареную шерсть, то есть я его скатала в стиральной машине при температуре 60 градусов 15 минут где-то, и потом поставила на максимальный отжим. Скаталась где-то примерно 30-40%, что меня очень устроило, и сшила из него жилет. Швы накладные, что очень модно, вареная шерсть, она не сыпется. Отделала зигзагом декоративным. Тесьму я связала с подходящей шерсти из двух накидов. Вот такой жилетик у меня получился. Так что пробуйте, девочки, и у вас все получится.